Всем добрый день, это канал GetaClass, с вами Андрей Щетников, и я хочу показать вам такой опыт. Вот я выдал мыльный пузырь на столе, а теперь свечу на него горизонтальным лучом лазера. И вы видите, что из пузыря на столе выходит продолжение этого луча, параллельное тому лучу, которым я свечу. Вот я свечу с краю, а луч идет по отношению к вам. Через центр разворачиваю. В общем, неважно, как я его прикладываю, как бы я его ни приложил, на столе возникает продолжение. Ну, понятно, что исходный луч захватывается в пленку мыльного пузыря, как световод. А как получается, что он дальше выходит на столе параллельно? Хотел бы я вас об этом спросить. И ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на YouTube.